То, что выпадет отсюда, я дарю своим подписчикам. Брат, 20 тысяч голды, все. В этом ролике мы со Стекелом откроем все новогодние кейсы в симуляторе кейсов и все, что будет оттуда выпадать, я буду покупать себе на аккаунт. Короче, ролик получился очень непредсказуемым, очень интересным, очень атмосферным, очень уютным, очень новогодним, очень халявным, такой. Осуждаю! Всем здорово, пацаны! У микрофона, как обычно, Рашня со мной Эстекил! Эрола, бро! Ну, в общем-то, вы уже поняли, пацаны. Новогодние кейсы, симулятор кейсов, покупка в стендофе. Все просто, пацаны. Сразу лайк, подписка на канал обязательно с колокольчиком. Давайте за просто полчаса соберем 2023 лайка. 2023 год, ну вы поняли. И 2023 лайка за полчаса. Будет вот. Ну, даже можно больше. Хотите 3033? Неважно, короче, соберите главное 2023. Все, ребят, не отвлекаю, всем приятного аппетита, приятного просмотра. Ну а мы погнали к ролику. Итак, ребята, сегодня со мной, как всегда, уже этот вот сосис, который, может, и уже не сосис, а не понял. Ну, дорос до шпикачки, например, уже, как такое, тебе, брат, гисас шпикачка. Короче, пацаны, мы в симуляторе кейсов, сегодня мы откроем все новогодние коллекции с тобой, новогодние коллекции, Новый год уже, пацаны, меньше, чем через месяц, поэтому, собственно, пора закупать уже, по-моему, новогодние скинчики, все, что будет сегодня выпадать. Новогодних кейсов, а там, ну, реально есть дорогие реально скины. Мы будем покупать самом свиндове, так что опять трата голды. Опять если покупка скинов. Чё? Я говорю, если вать, не. Так, брат, подожди, а М4 of the Tiger же, это же тоже дорого, брат. А там всё дорого, бро. Винтерспорт. О май гад. Так, ну что, брат, готов? Давай начнем как бы с 2020 года. Это, кстати, год, когда я пришел в стендовки, брат. А, я тоже? Я где-то подожди, в начале прям плюс-минус. Это что, первая была такая коллекция? Да, походу первая. Вот смотри, так, один пусть... твой, один мой, а один подписчиков. Выбирай, какой Давай. Будет твой, брат. Смотри, брат, мне кажется, счастливое число будет... Ну, два. Два, вот это твой. Мой будет первый, да. А третий тогда подписчик. Давай так, короче, все, что выпадает мне с первого кейса, даришь ты мне. Все, что выпадает тебе со второго кейса, дарю я тебе. А все, что выпадает с третьего кейса, я дарю подписчикам. Договорились? Оу, ему ты придумал. Давай, брат, давай, let's go. Брат, let's брат, go, смотри, брат. Сейчас я падает. Забусь. Вот красавчик, вот это сейчас выпадет. А, стоп, то, что брат, сейчас выпадет. Брат, да, ты мне даришь, вот красавчики я. Нет, let's go! Так там сейчас выпадет жесткое что-то, осуждаю. Подожди. Давай. До свидания, всем пока. Брат. Ты обещал. Я знал, что там упадет что-то лютое. Ты обещал. Давай, заходи в стендов. Серьезно? Да. Подожди, давай сначала твой откроем, брат. Твой был второй, правильно? Так ты второй открыл. Нет, я первый открыл, брат. Ты второй открыл? Я же сейчас запись тебе покажу. Монтажер, покажи, пожалуйста, какой кейс я открыл. Братанчик, я открыл первый, ты угораешь. Давай, готов? Давай, я открываю твой. Ты, но ты реально подаришь мне Винтерспорт, брат. Хоть бы мне упал тоже Винтерспорт, ты будешь тепло. Ну смотри, но это будет твой подарок мне на Новый год, получается. Договорились? Новогоднее настроение, новогодние подарки. Винтерспорт залутал, капец. Пацаны. Сейчас рарка упадет, ну просто смотри. Да давай, Сутрек. Капец, брат, она же дорогущая. Она же реально дорогущая. Короче, ладно, окей, я открываю сейчас кейс под подписчиков. То, что выпадет отсюда, я дарю своим подписчикам. Брат, 3, 2, 1. Давай закроем глаза. Давай, ты не будешь закрывать, а я закрою и попробую угадать, что это. А ты мне потом намекнешь, брат. Только давай по-честному. 3, 2, 1. Я закрыл глаза, брат, открывай. Кейс открывается, брат. Надеюсь? Да. Окей. Прокручивается. Что? Да ты валишь. Кого? Сатрековский! Что, брат? Сколько стоит? Брат, 20 тысяч голды, все. Да брат, ты байдишь! Я тебе серьезно говорю, Сатрековский. Если не Сатрековский Frozen, то ты лох. Договорились, брат. Давай, 3, 2, 1. Открывай глаза, брат. Сатрековский. Ну ты сказал Frozen, брат. Ты сказал Frozen. Я сказал Сатрековский. Нет, ты сказал Frozen. Все, официально Гисаж Пикачка лох. С этого момента, пацаны. А ты обосрался, вот честно только. Да, реально честно обосрался. Но для подписчиков, брат, на Новый год не жалко. Обалдеть, вот это эмоции. Вот это шквал просто. Брат, я еще и Алик. У меня, ну, есть Treasure Hunter, брат, конечно, в принципе. Но залутал, считай себе, еще и Алик Винтерспорт. Имбуа.
тебе 129 голды. Все, вижу. Твой, да, запрос 179.90? Да, братишечка, все, мой. Все, продаю, брат. Продаю. Давай. Прилетел? Проверяй, проверь, зайди в историю про покупок, брат. О, одна голда. Все, давай, брат, я пошел. И... Осуждаю, алло, теперь мне, бро. Брат, я тебе разрешаю выбрать на него наклейки. Выбирай. А, ты не купил еще? Ну, первый самый, давай, что-то мне. О, как же он имбово смотрится с мишками, да. Брат, этот авик я никогда не покупал. Ладно, 5000 на 250 голды. Охренеть, вот это обмен подарка. Ставьте лайк за то, что Гисас как мужик не засал и подарил. Ну, надеюсь, подарил, а то сейчас сольет еще по фулу. 4000, брат. Сейчас перезаписываю, купилось. 642. Заказал, стоит. Да, пацаны, ставим лайк, я сливаю. Эвик Винтерспорт, Рашу. Да сливай уже! 4243, пока, брат. Сюда! Спасибо, брат, от Душинский. Обалдеть, вот это мы обменялись подарками на Новый год, пацаны. Ну за такое, я считаю, лайк должен быть. Сколько лайков, брат, попросим? Не, ну пацаны, ну давайте 15 тысяч минимум. Ну, тут... Брат, ну давай 50 тысяч лайков под этим роликом попросим за такое. Ну ты просто, ну реально мужик. Я считаю, что это достойный поступок мужика. Три кейса с тобой 30 лет открывали, окей. SM10-14 Arctic, ну как бы подписчикам, блин, разыгрывать такое даже стрёмненько, на самом деле. Я думаю, что мы разыграем какой-нибудь ножик. Давай прям сразу его выберем. Давай я число назову какое-нибудь. И какое будет, такой дропчик разыграем подписчикам. Давай. А, именно Ньюер? А, это только флип-найф. Это только флип-найфы, брат. Ну давай. Давай, брат. Называй. А там сколько скинов получается? 5. Давай, готов? Ты открыл первую, там был Винтерспорт, значит я выбираю число 1. Опа. Стрэнкул! Это месть! Но подписчикам, брат. Ну, понимаешь, у меня просто ментальная связь со стендоффом. Да, брат, число 1 нельзя выбирать. Посмотри, на первом и на последнем месте самые дорогие ножи, посередине самые недорогие. Ну, хорошо, пацаны, вот этот вот замечательный флип-найф Stone Cold мы разыгрываем между вами, пацаны. Смотрите ролик обязательно до конца, подписывайтесь на наш канал обязательно с колокольчиком на мой, на STKLA по ссылочке в описании, лайкосик и в комментариях обязательно пишите свой ID от Standoff 2, чтобы я мог с вами связаться. Ну, а мы, брат, катим дальше. Пацаны, недавно себе залутал скинчиков с крутого ивента на Ball Drop. Ну и про вас не забыл, я ставил промокод на халявную голду в закрепленном комментарии. Тоже хочешь обновить себе инвентарь? Открывай тематические сундуки, зарабатывай дублоны и обменивай их на призы, включая даже ножи. Все ссылочки и промокодики найдешь в закрепленном комментарии. Подожди, давай посмотрим, что у нас здесь еще есть. От 20-го года, смотри, стикер-паки, брат. О, брат, let's go. Ты сам на него зашел. Ты банкрот с этого момента. Ты смеешься? Давай один, брат. Один, он 2700 стоит, брат, один, да, чисто рискнем. Давай, ты гонишь, Metal Red миллион стоит, брат, ты что? Чё ты паришься? Ну, смотри, хочешь я скажу, сколько стоит самая дешевая наклейка в этом? Нет, сколько? Брат, нет, брат, давай реально, отвечаю. Вот один кейс, один стикер, это очень рискованно, брат, это реально очень рискованно. Да, пусть буду я циклом, но я сейчас могу даже с одного кейса этого встрять на миллион, как ты встрял с 5 на 5 тысяч с одного кейса. Я вот на токсика запущу, пожалуйста. Давай, пожалуйста, только все поставьте лайки, пацаны. Пожалуйста, давай! Стой. Это дорого. Это я понимаю, что это дорого, брат. Я знаю, что это дорого. Очень сильно рад. Нет, конечно, брат. Я не рад. Мэтт Санта. Ну, Сноу Квин, 58 тысяч, брат. Металл Ред, сколько? 99 тысяч просто. Тебе как раз хватало. Нет, спасибо, я не хочу все это тратить на всякую какашечку. Брат. Сюда. Могу себе позволить, извините, мне 5000 голды просто так подарили. Брат, ну все, я считаю, что яйца есть. Соглы, яйца есть. Соглы. Так, дальше листаем, брат. Это открыли. Ой, нет, подожди. Мы открыли 2020-го стикер-пак, открыли. Один, хватит, пацаны. Вы тут уж сильно тоже на меня тут не нагнетайте. Что, 2020-го больше ничего, походу, брат, нету, да? 21-й есть там дорогие. Ой-ой-ой, какие там дорогие, брат, есть 21-й. Давай, 21-й. Также три кейсика. Брат. Мой первый. Все, просто, брат, твой первый. Мы ничего уже не дарим. Все, мы уже подарили, брат, хватит. Я залутал голды, в минуса уходить как бы не хочется. Но тут, на самом деле, только Blizzard, дорогой, брат. Остальное, ну, такое себе. Ладно, let's go, let's get it. Открываем. 2021 года, Новый год. Скоро выйдет 2023-го, Акерфлоу. Фигня полная, брат. Смысла покупать нету. Давай, запустим на нож. Но я не верю, что выпадет нож, честно. Я не верю, я не хочу в это верить, пожалуйста. Я верю. Еще Акер 12.
Ладно, покупаем еще... Ой, 20-го не надо, спасибо. Спасибо, хватит. Залатали, уже залатали. Давай еще, брат. Еще... А ты еще троечку. Да, я его и хотел, брат. Ну, выпала хрень полная. Хочу посмотреть, какой она может еще за 3 кейсика выпасть дроп. Смотри, ну, брат, тут питкрутка на рарке. Я тебе говорю, дядя, это лучший кейс. Ничего покупать не надо, брат. Говно кейс. Ничего покупать не надо, брат. Флоу обычно. Я сейчас наколдую здесь, ну, смотри, братанчик, сейчас упадет или Лего, или Аркана, брат. Смотри, лайк поставили? Я уже поставил. А ты хочешь, чтобы Аркан упал? Тогда let's go, брат. Нет, дизлайк. Осуждаю, не дизлайк. Брат, да, брат, видишь? Легко, брат. Давай. Это в этом байсе, вот эта хрень, бро, что бро, таганская выпадет. Бро, а имба будет, если упадет М9, байонет, вот этот вот крутой, вот мне он нравится. Да, имба? Ну, да. Да? Имба. О, все, бро. Имба была бы, если бы мне, брат, в инвентаре, но... Стой! Полная, брат. Пацаны, вы знаете, что рарки не покупаем, как бы смысла в этом вообще просто, ну, никакого нету. Iron Will. Где дорогие скины? Статрек, подожди, а сколько он стоит? Маловато-то на самом деле, вообще почти ничего не купил. Мне сегодня чисто бро, ну, брат, везет, чисто бро я, везет. Я тут 5 потратил, ну почти. Ну, брат, не мои проблемы, извини. Не... Да, брат, не могу сейчас говорить, просто становлюсь мажором в стендов 2, брат, извини. Брат, покупаю стикер-паки New Year. Давай 5 штучек. Опять всю голову потратим, хабелла. Но сегодня мой день. В прошлый раз, когда мы снимали с тобой ролик с симулятором кейсов, мне, ну, реально вообще не фартило. И падала вообще всякая, ну, баламутня. Сегодня вообще нормально, брат. Сегодня нормально, пока на чили, на расслабоне, бро. Стой, не надо. Вот пингвин достаточно. Пингвин? О, он, кстати, больше 50 голды тут стоит. Подожди, мне придется его покупать, потому что от 50 голды покупаем. 76... А, это чарм, подожди. 62. Ну, приходится покупать, брат. Вот это... О, нифига, тут даже рарки уже дорогие, брат. Ладно, для тебя забущу голден ок. Хочешь? Братанчик, давай, вот эту золотую выбивай, имба. Давай, я забустил чисто ради тебя, бро. Давай. Let's go! Ой-ой-ой, стой. Санечка. Санечка, мне повезло. Давай, сразу, не отходя от кассы, брат, проверяем бусты в стикер-паках. Блин, не хотелось бы, конечно, тратить. О! Ну, блин, там... Все зависит без буста. Да. О, это имбо. Сколько? Это дорого? Да, это дорого. Так, подожди, у нас, получается, 2 стикера Winter Sport. Да хватит! Имбо! Блин, да почему? 3 стикера Winter Sport, брат, 3 стикера Winter Sport и 1... Polar Clarity. Стикеры. Эти мы не берем. Меньше 50 голды, брат. О, 300 голды. Ну, такое, брат. Слабенько, конечно. Слабенько. Брат, пацаны, брат, если что, брат. Если что, он купился, пацаны, просто немножко подлагивает, как бы, стендовчик. Ты откроешь самый дорогой кейс новогодний. Не, новогодний кейс еще какой-нибудь самый дорогой. Подожди, а тут еще чарм-пак есть, брат. Ну, смотри, вот открываем вот этот чарм-пак, выбиваем что-то жесткое, и потом открываешь самый просто, ну, самый дорогой кейсичек из новогодних. А что это? Что это за кейсичек? О-о-о! Имба, да, мы его которого... открывали. А, брат, еще раз откроем имба. В рот. Да? А ты в рот. И что? Подожди, тут М4, Years of the Tiger, она там 25 тысяч стоит. Да, брат, да всего лишь-то. Это только статрековская. Ладно, брат, давай, вангуй. Угадаешь, если что выпадет, если реально угадываешь точно, я тебе дарю. Падает эльф зеленый. Вот этот, или вот этот. Они оба зеленые, алло. Это не беспроигрышный вариант просто. Let's go, брат. Не угадал. Думаю, выпадет пингвин. Ой. Ва. Я теперь угадываю, брат. Если я угадываю, то ты, короче, мне это даришь, брат. Договорились? По-любому сейчас угадает. Отвечаю, смотрите. Готов, брат? Готов? Прыгай, давай. Итак, брат, мне выпадет чарм-пингвин. Чарм-пингвин, брат. Брат, ну вообще, фигня всякая падает, не хочет упадать нормальный дроп сегодня. Смотри. Конечно, это на моей стороне, брат, как бы, конечно. Бро, давай так, короче, смотри. Ты скажешь, что упадет с кисечка, то я тебя солью. И упадет сейчас что-то жесткое, вот просто проверяй. Кому это солью? Как тебе, какая-то... что ли? Нет, я тебе, вот просто проверяй. Давай, брат, то, что сейчас упадет с этого кейса, брат, ты мне сливаешь. Готов? Ты купил самый дорогой кейс, и чё, ты специально? Брат, готов? То, что, давай, мне вот что мне упадет с этого кейса, я не буду бустить даже, брат, если что. Вот. Спасибо. Но то, что мне упадет, то ты мне это даришь, брат. Поехали. Let's go. Карма, сработай, пожалуйста. Дай нормальный дроп. Ну, блин, да не надо мне вот это. Но с этого кейса падает, я тебе дарю, брат.
я тебе дарю то, что с этого кейса Let's go. Эй, брат, сейчас. Давай. Apple 5-7. Ну отличный же подарок, брат. Ну, если хочешь, могу подарить. Мне вообще, собственно, без разницы. Почему ты это сейчас не сказал? Я хотел сказать. Брат, давай так, то, что выпало с этого кейса, ты мне это даришь, брат. Нет. Вот, вот и закончилось мое везение, пацаны. Это мы должны слить подписчикам. Давай уже новогодние подарки дарить, пацаны. Поэтому прямо сейчас этот бабочку Кума я покупаю. Кума же вроде она называется, да? То есть уже два ножа получают подписчики. Это Габелла, брат, это Габелла. 2600! Что? То, что выпадает с этого кейса, я сливаю за 003. То есть я это покупаю и сливаю за 003, брат, давай. О, хоть бы нож, давай, брат. А мне можно запроставить? Нет. Я офигеть! Фу, брат, ну я должен это сделать в любом случае. Брат, ну ставь запрос, я тебе тоже сейчас новогодний подарок, брат, сливаю. Давай. Ой, там 4, ты, наверное, там... не успел запоставить запрос, брат. Спасибо, брат. Просто. Оу! Подожди, мне 100 треков. А он нормально, по-моему, стоит. Приличненько, брат. Да. Что ты сказал? Смотри. Нет, до этого. Я говорю, неплохо стоит. Я говорю, он прилично так стоит, а ты сказал. Да, он неплохо стоит. Нет, ты сказал нет или да, я не понял. Я сказал, он неплохо стоит так. Нет, ты сказал то ли нет, то ли да, просто именно одним словом. Ладно, короче, забыли. Смотри, братанчик, нет, давай брат, так. Брат, подожди. Скажи. Ты да или нет сказал? Я сказал, неплохо он стоит, я не говорил одним словом. Нет, да или нет, брат? Нет. Вроде ты сказал да. Значит, да. Пизда. Ну все, брат, ладно, окей, ради тебя, ради тебя, брат, давай, за 2700 покупаю вот это. Если сейчас стряну на 100 тысяч, брат. Это будет самый топовый ролик. Так, брат, короче, смотри, я предлагаю тебе такой вариант, смотри. Я покупаю один с наклейками кейс и три кейса Winter Fun 2022. Какой бы ты кейс выбрал себе, вот этот вот со стикерпаками, либо три с Winter Fun? Один, потому что я знаю, что ему пойдет, да. Хорошо, брат, давай так, короче, продолжаем новогодний. Новогодние подарки, предлагаю тебе такую акцию. Смотри, так. То, что выпадает из этого кейса, брат, я тебе дарю. Но то, что выпадает, да. Хорошо. Но то, что выпадает из вот этих трех кейсов, даришь ты мне. Хорошо, три рарки, договорились. Давай. Раз, два, три! Все, пацаны, ну просто смотрите, в эту минуточку я становлюсь самым богатым. Stand of two! Я не смотрю, бро. Братанчик, ты видишь? Видишь мою радость? Что там выпало, брат? Брат, ну, себестоимость ножа. Что там выпало? Не понимаю. Не видно ничего. Я не смотрю, я глаза закрыл, брат. Да? Да, let's go. Я сразу тебе подарю, чтобы ты потом не отмазывался, деваться уже было некуда, бро. Так. Ну все, я забираю и ухожу, давай, брат. Нам выпал тут Toxic Snowball. Сколько? Сколько? Офигеть. Брат, я потихоньку отбиваю свои манисы, понимаешь, брат? Все, отправляю, брат, отправляю, ты должен... Братанчик! Отправилось, да, брат? Все нормально. Давай еще один откроем, ну, вот, для полной уверенности. Все, 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 вот, за 001, пацаны. Да, брат, забудься, поехали. Три кейса, пацаны, все, что из них выпадает, мне дарит Гисас. Ладно, окей, это фабом, ер... Антибуст, антибуст, брат, не надо. Антихайп, антихайп. Антибуст, антибуст, рарка, Статраговский? Пофигу, фух. Закрывай глаза и не подглядывай, обещаю, что не будешь подглядывать. Да, да. Давай, раз, два, три. Открывай кейс. Давай. Что? Что? В смысле? В смысле? Че упало? Открывай глаза. Да ну, да ты врёшь! Да, нет, назад, назад, ты врёшь! Не может быть! Нет! Ты врёшь! Да нет! А брат, реально выпало! Всё, сливай, пошли в стендов. Пипец просто. Всё, а можешь на всякий случай, можешь на всякий случай показать? Что наш показать? Ты мне не доверяешь? Назад возьми, бро. Я хочу посмотреть, как он у тебя в инвентаре. Да. Сейчас, брат! Yes! Ну кому? Ну ладно, брат, я все равно в плюсе. Ладно, брат, я думаю, что на этом можно заканчивать. Спокойно вообще. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Вот такой вот ролик, прикольный. Ой, еще такой атмосферный, новогодних скинов куча. Это, ну, это всегда классно, большой Новый год. Это как минимум мой любимый праздник. Напишите в комментариях, какой праздник любите больше всего вы. Ну, а, ребята, с вас лайк. Давайте, 2023 лайка. Не забывайте за первые, там, полчаса. Не забываем, обязательно. Ну и, пацаны, не забывайте про подписку.
подписочку на канал, обязательно с колокольчиком, потому что моя цель, ну, апнуть 1,5 миллиона до конца года. Я знаю, что это практически невозможно, но с вашим, только с вашей помощью, пацаны, мы сможем все это преодолеть и 1,5 миллиона за месяц добить. Ну, почти. Наверное... Нет. Прямо сейчас догоняй этот ролик, братик. Ведь он получился очень классно. Я на нем очень сильно старался. Смотри его, братик. До конца, ребята. У микрофона был Rush, Estakill. Всем удачи и всем пока-пока! Пока-пока!